что ты такое делаешь? Я разговариваю с Лолой. А она тогда пока что там попалась. Подожди, не уходи. У нас есть еще мальчачья Лола. Ух ты, я тоже хочу раскрывать. Хорошо. Привет, вы на канале Витя и Маша. Представляете, есть Лол на мальчиков. Привет, друзья. Представляете, оказывается, есть лол не только для девочек, как мы привыкли уже, да? А есть лол для мальчиков. И выполнен он из серии «Щенячий патруль». Давайте посмотрим, какие здесь есть герои. Вот такие герои «Щенячьего патруля». И на задней стенке можно посмотреть, что же сюда входит. Давайте же посмотрим, что входит в этот набор. Секретное послание, набор стикеров, инструкция, какой-то ручной заяц, ну, не знаю, какая-то ручная игрушка. Дальше у нас есть знак нашего героя, ну и сама игрушка. Только вот какая игрушка нам попадется? Маршал, который нарисован на этом шарике, или, может быть, другие герои, это остается секретом. Давайте же распакуем. Да, да. Тим, скорее распаковывай. Распаковывается этот шар-сюрприз, как обычные куколки Лол. Снимаем первый шар. Так, получается у тебя. Распаковали. Под первым шаром что-то есть, какое-то секретное послание. Ничего? Вот, смотрите. Вот же секретное послание. Что за секретное послание? Ну, не знаю, давай посмотрим. Так, по-моему, это обычные стики, которые можно приклеить. Вот здесь они даже можно чуть-чуть их расклеить, и видно, что это наклейка. Так, хорошо, это первый сюрприз. А что же дальше? Давайте посмотрим упаковку под первым слоем. Здесь вот написано, что был слой один. Вопросики, какая же игрушка попадется. И нарисованы все герои «Щенячьего патруля». Ну и, конечно, написано «Открывай здесь». На, держи, Тимофей, открывай дальше. Еще одна наклейка? Да, и еще стики. Кстати, вот это вот послание секретное, это были просто наклейки, где написано «Щенячий патруль», «Все герои». А здесь нарисованы уже не все герои. Здесь только, что это, знак «Щенячьего патруля», да? И кто у нас здесь? А ну подсказывайте, кто у нас здесь? Маршал, гонщик. Ой, я забыла, как этого звали. Ребята, подскажите, как вот этого зелененького зовут? Скай. И Скай, да. Так, ну что ж, давай дальше распаковывать. Да, да. Сам шар. Так. Ой, все повыпадало. И что мы видим? Знак «Щенячьего патруля». Кстати, посмотрите, наверное, мы неправильно его открыли, и он немножко поврежден. Наверное, только что чем-то мы его повредили. Нам попался, ну, подсказывайте, кто это? Зума. Это Зума. Ну, в принципе, такая прикольненькая игрушка. У него головка вот поворачивается на все стороны. Еще прикольная вот такая вот кисочка. Сейчас покажешь, Машенька. А вот лапки у него не двигаются. Что ты там нашла? Кошечку. Вот такого стика, да, какого-то, я не знаю, как они там называются. Тоже, ребята, подсказывайте. Чудики, которые лепятся, как они называются? Ну, это кошечка. Странно, да? К собачке прилагается кошечка. Ну хорошо, что у нас еще здесь есть? Бумажка. У нас есть инструкция. Так. Инструкция. Просто нарисованы все герои «Щенячьего патруля». Да.
и их вот такие вот медальки, знаки. И нарисовано, кто тебе попался. Но я не могу понять, почему здесь нарисована мышка, если это кошка. Зеленая кошка. Ясненько. Ну, теперь нам надо как-то установить нашего героя на само яйцо. Вот это шар, на вот этот шар. Я по привычке называю эти шары киндер-яйцом. Ну, так оно и есть, там же сюрприз. Почему этот шар розовый? А потому что, Тимочка, этот шар предназначался для какой-то куколки Лол. Вот здесь даже ножки видно, что сюда надо куколку ставить. Но китайцы, он народ такой хитрый. Они взяли оболочку от Лол, вот этот шарик, положили туда мальчачью игрушку и назвали этот шарик «Шарик для мальчиков». Да, Маша, представь! Но мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы все-таки поставим сюда нашего Зуму. Он же стоит, не падает? Не падает. Вот так. Значок поставим рядышком. Ставится он или не ставится? Вообще он не должен ставиться, потому что он цепляется вот сюда, правильно? Ты же помощник Зумы. Ты теперь один из героев щенячьего патруля. Вот, прекрасно. Маш, ну а тебе как? Такой сюрприз. Прикольно. Прикольно, правда? Друзья, а напишите, кто еще распаковывал разные подделки кукол Лол? И напишите в комментариях, какие это были подделки. И ставь лайк, кому понравился Лол для мальчиков. И подписывайтесь на канал Дим Видео. И Маша, пока-пока. Пока, друзья! Не забудьте нажать колокольчик и не забудьте участвовать в нашем конкурсе. Ссылочка будет в описании.